Я искренне рад присутствовать сегодня на вашем фестивале, потому что вижу в зале неравнодушные глаза и вижу на сцене неравнодушные глаза. И вот сидя какое-то время в зале, у меня родились строчки, буквально четверостишие. Черт с вами, кто в кремлевских кабинетах когда-нибудь с вас спросится с лихвой, а здесь на сцене царствуют поэты, навечно обожженные войной. Но сегодня фестиваль памяти Василия Денисова, и я написал стихи, посвященные ему. Они называются «Кто не считал поэзию обузой». Когда грохочут пули, надежнее автомат, 100 000 слов, одолженных у музы. Но как она молила: «Останься жив, солдат, кто не считал поэзию обузой». Он воевал уверенно, немало повидал, и с Альфою шагал одной тропою, а в редкие затишья стихам дань отдавал, их наполняя собственной судьбою. В бою, в прицел оптический, он четко видел зло. Оно носило разные личины, и знание бесценное во многом помогло ему, как настоящему мужчине. Один лишь Бог единственный решит, когда уйдем. И каждый должен знать и помнить это. А он творил добро и в мирный день, и под огнем, с неистовым бесстрашием поэта. Когда грохочут пули, надежнее автомат, 100 000 слов, одолженных у музы. Пока мы будем помнить, будет вечно жив солдат, кто не считал поэзию обузой. С праздником вас!